Всем привет еще раз. Вот. Была небольшая передышка. Вот. Что я хотел сказать. Дали ему. Ничего ему не дали. А, так, в общем, Эмиль пришел со школы. Это... Сегодня погода великолепная. Ну, пойдем туда, наверное, на солнце. Вот. Я водички ходил, таскал. Так, воды натаскал, печку натопил, в доме жарко. Прям ашеньки это. Сушняк прям в горле это. Жара, короче. Ой. Вот. Я тебе тут вчера кашу варила, которая мне не получилась, короче. А сегодня я делала вот так вот. Сама лепила, сама готовила обычные вот такие вот пельмешки. Давай это его съем. Не понял, кстати, что такое. Вкусные? Ну и хорошо. Так, ну все, накладываю. Половики я там связала. Один большой, один это, маленький. Ну, в общем, в рюкзак убрала, я еле их запихала. Не надо, да? А то я хотела просто показать. В общем, вот такие. Надо потом застегивать. Это целое испытание. Как он тяжелый-то. Ладно, шучу. Давай его на пол, на пол. Нет. Ты давай же на пол. Короче, вот. Геракл. Не, Хабиби. Это у Геракла, это как в те времена какие-то... Были железные, как их называют, вот эти вот, ну, штуки. Не, я Хабиби. А, нет, это... Геракл, рождённый от Зевса. Вот. Ну вот, да. А это такой малюсенький. Микро. Микро. Прибавка. К пенсии. Так, ладно. Всем пока и всем добра побольше. Спасибо большое, Нине. Самое бесконечно огромное. Потому что вы все для меня. Мой воздух. Я не лицемерю. Если бы не вы, я бы сдалась. Я слабая. Без поддержки, без друзей настоящих. Так, короче, хватит. Спасибо Валентине еще вдобавок. Потому что я ее обожаю, она лучше всех тоже. Потому что она супер человек. Настоящий. Вот и все. Всем пока. Короче, до свидания. Все враги, идите далеко. Ну ладно, всем пока. А я пошел жрать пельмени.